В четверг, 13 октября, в западной части Бишкека с 9 утра до полуночи не будет питьевой воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы. По ее данным, подача воды будет приостановлена в квадратах река Аларча, линия железной дороги, проспект Джибекджулу, бульвар Молодой гвардии. От бульвара Молодой гвардии, линии железной дороги, улица Фрунзе, проспект Манаса. Воды не будет в жилых домах, школах, детских садах, больницах, а также других социальных и промышленных объектах. Отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборе Гагарина и на городских водопроводных сетях.